Россияне не перестают удивлять во время очередных уличных опросов. У прохожих решили спросить, считают ли они обязательным высшее образование и какое поколение вообще лучше образовано. Ответы услышим. Советское. Конечно, прошлое. Наверное, советское все-таки. Поколение, которое росло в Советском Союзе. Все эти получившие советское образование потом воду перед телевизором заряжали, если вы понимаете, о чем мы. Нам действительно кажется, что 90% РФ имеет высшее телевизионное образование. Поступки и умы налицо. Нужно, конечно, воспитывать в детях патриотизм. Раньше ведь не родители у нас воспитывали патриотизм. У нас воспитывала школа. Это комсомол, пионерия. Это вот все у нас воспитывало. Родителям уже некогда было заниматься нами. Но мы все в основном патриоты, наше поколение. А сейчас, к сожалению, это упущено в школе. Воспитывать патриотизм – это как? Жить по уши в грязи и любить эту грязь? Патриотизм – это пытаться изменить жизнь вокруг к лучшему. Но мы этого не видим на России. Патриотизм в стране агрессора – это убивать, уничтожать в другой стране и говорить, что это во благо Родины, что это патриотизм. Как говорит эта бабушка, комсомолы, пионерии – вот это вот раньше было круто. А сейчас, эх… Но вспомните, как в прошлом году российскому диктатору Владимиру Путину не понравилось название организации детей и молодежи «Движение первых». Он предложил вариант «Пионеры». Поэтому пусть бабушка порадуется. Скажите ей, что многое сейчас в России возвращается назад. Так как было в совке. Весь мир цивилизованный шагает вперед, а Россия назад. Мне нравится, как происходит система образования, допустим, в США. То есть дети зачастую выбирают те предметы, которые им больше нравятся, и делают упор на них, тем самым развиваются в нем больше. То есть вот мне, как, например, в университете, грубо говоря. Ну и то в университете некоторые предметы, ну, совсем не интересны, а более углублены. То есть можно изучить предмет, который тебе нравится, и дальше в нем развиваться. Не можем не согласиться, но в США образование как в США, вы хотите так, как на загнивающем Западе? Непорядок, пионерство и только. А на самом деле не показывайте этот фрагмент путинским прислужникам, а то этой девушке за такой ответ ой как не поздоровится. Возможно, она уже жалеет, что так ответила. Автор первого исторического видеодиалогинга Vox Veritatis не перестает удивлять своими собеседниками в рандомном видеочате, где попадаются... Ну, очень недалекие персонажи с России. В каком году был создан Советский Союз? 1880 какой-то там год, я не помню. Какой-какой? 1890 какие-то такие года. Классно. Я не помню. Девушка, ваш вариант? Я говорю, я особо не разговариваю на тему истории, потому что я вообще не разбираюсь. А в каком году развалился Советский Союз? В 91-м, по-моему, году. А какие республики создали Советский Союз? Какие создали? Ну да. А в голове только обезьянка, которая делает... Вот так. Очень много вопросов, но так мало ответов. Это еще с виду «дети», синоним которой должно быть слово «современность». Но нет же. Надпись «СССР» на всю стену и, конечно, отсутствие каких-либо знаний. Полнейший ноль в датах, в истории как таковой. Но очевидно, что полнейший ноль везде. А почему вывесили флаг псевдо-Советского Союза? Это же не флаг Советского Союза. Это герб. Герб, да, но не флаг. Ну, нет, и герб, я знаю. Герб это. Не размещался на красном фоне. Ну, и сверху, сверху не было надписи СССР. Так для этого прикол, чтобы люди типа такие, ой, это не флаг, это не флаг. А, ну классный прикол, мы заценили. По всему, что мы видим, это Советский Союз головного мозга родителей, бабушек и дедушек, которые навязали этому юноше, что тогда было хорошо. А раз родители сказали, что хорошо, то почему бы и не выйти в прямую трансляцию и не показать всем это красное пятно на стене? Красное пятно, которое у одних людей вызывает сомнительные эмоции, у других людей гордость и одновременно грусть, что Советский Союз распался. Вы не в курсе, кто создал Советский Союз. Вы не в курсе, когда он возник. Ну и?
Мне нельзя повесить просто флаг? Пожалуйста, я поэтому и спрашиваю. Если человек ничего не знает о этом государстве, зачем он его вешает? Потому что у меня родные в нем жили. Ну вот вам и подтверждение, и железный аргумент. Активист из партии коммунистов-пацифистов Сергей Крупенько провел в Новосибирске одиночный пикет против блокировки Ютуба в России и за свободу интернета. Ранее партия подавала заявку на митинг против цензуры, однако мэрия Новосибирска его так и не согласовала. Поэтому Сережка был один. И сегодня мы видим, как власть в своих корыстных интересах ограничивает возможности миллионов россиян получать доступ к этой самой информации. Под предлогом внешнего воздействия, под предлогом, вы знаете прекрасно, неких фейков, которые распространяются в различных социальных сетях, власть не хочет, чтобы оппозиционная, противная ей точку зрения звучала в эфире. Это не только точка зрения проукраинских сил или тех оппозиционеров, которые сбежали сегодня, уехали на Запад. Это точка зрения многих россиян, которые возмущаются тем, что происходит в стране, которые требуют от власти ответов на актуальные вопросы. Эти вопросы касаются и специальной военной операции, эти вопросы касаются и множества проблем. Вопросы-то есть, но ответов не дождетесь. Как же власть боится народную любовь? И как же народ боится власть? Так бы пришли массово, устроили бунт. Так нет, только один человек отдувается. Призываем граждан, призываем общественные организации, политические организации не молчать. Сегодня мы наблюдаем полнейший штиль на этой поляне. Люди боятся. Мы прекрасно понимаем, что люди просто боятся высказывать свою точку зрения. Товарищи, не бойтесь. Как страшно жить в ГУЛАГе. Народ России, а вы больше молчите, и ваши дети все скоро будут рабами. Или уже ими есть. В Госдуме заявили, что Майнкрафт и Гарри Поттер не отвечают национальным интересам. Председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов во время выступления на пленарном заседании заявил, что идеология детского отдыха в частных лагерях имеет сомнительные акценты. Активно поддерживаем, начиная Министерство просвещения, о создании единой системы воспитания в детских учреждениях оздоровления и отдыха, а также обучения и подготовки вожатых. Сейчас в основном в частных лагерях идеология детского отдыха имеет весьма сомнительные акценты. Развлечения в духе Майнкрафта или Гарри Поттера вряд ли есть тот содержательный контент, который отвечает нашим национальным интересам. Нам показалось, или он сказал Гарри Поттер. А что, интересно, соответствует вашим национальным интересам? Иванушка-дурачок или каша из топора? Почему вдруг Гарри Поттер имеет сомнительные акценты? В чем? Точно! Как мы могли не догадаться? Гарри Поттер – это же литературный персонаж, главный герой серии романов английской писательницы Джоан Роулинг. Джоан Роулинг из Великобритании. Великобритания помогает Украине и передает ракеты Storm Shadow. Честно, не удивляйтесь такой логической цепочке. Это весьма реально. На этом фоне следует активнее стимулировать развитие военно-патриотических смен и лагерей. В советское время каждый вожатый получал книгу о методах работы вожатого. Вот у меня в руках такая книга. 1982 год, почти 300 страниц, 100 тысяч экземпляров. Это настоящая настольная книга о вожатого. Открываешь и понимаешь, как ты должен работать. 82 год. А зачем что-то за 24-й смотреть, читать, развиваться? Мы уже говорили о пионерах. Так вот, к этой книге плюс партия формы. Белая или голубые рубашки с пионерской символикой, синие юбки и брюки. Ремни светло-коричневого цвета с изображением пятиконечной звезды и пламени на бляшке, пионерские галстуки и значки. И вот так вот будет. Это была программа Breaking Russia. С вас лайк и подписка, а с нас больше подобного интересного контента. До встречи!